послушаем «У природы нет плохой погоды». У нас новая аранжировка. Пока руководитель кружка «Колорит» Олег Кондратюк рассказывает о планах на сегодняшнее занятие, его воспитанники заняты чаепитием, которое давно стало доброй традицией. Возраст участников кружка старше 18 лет. Вместе со взрослыми уже детьми в работе кружка участвуют и родители. Он вместе со мной на сцене, он делает те движения, которые надо делать. Ему трудно, но он старается, потому что он вместе с мамой выступает. Вот это очень важное качество, когда мы вместе, это помогает потом, кстати, и дома делать что-то вместе. Кружок «Колорит», созданный на базе клуба «Дорога в жизнь», уже полтора года работает в Центральной библиотеке Видного. Он призван наполнить музыкой жизнь людей с особенностями развития. Что такое осень? Это небо. Короче, плачущее небо под ногами. Этих людей по праву можно назвать настоящими артистами с различными концертными программами. Они уже активно выступают на праздничных мероприятиях в различных поселениях округа. Артисты собрались после небольшого перерыва и готовы к новым свершениям. Занятия длительностью 5 часов по-прежнему будут проходить 2 раза в неделю, но их содержание в новом году изменится. Я думаю, что им это будет скучнее, но я хочу сделать акцент все-таки на изучение именно музыкальной грамоты. Второе новшество, я хотел понемножку вводить музыкальные инструменты. Кружок «Колорит» был открыт в Центре культуры поселка совхоза имени Ленина, но посещают его молодые люди с особенностями развития со всего Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.